Итоги масштабной работы и творческого полета, точнее, творческой поездки. Картинная галерея «Салавата» при поддержке отдела культуры городской администрации организовала серию летних пленэров для профессиональных художников. Сеансы живописи в условиях красивейших мест республики дали богатый материал и темы для размышления. Действительно, вот эти поездки вдохновили вас на творчество, какой-то другой посыл, и мне очень приятно. И я надеюсь, что мы эту работу с вами вместе продолжим. Это в первую очередь снятие наших внутренних каких-то тормозов, препятствий. То, что вводит нас в творческий кризис, мешает нам работать в мастерских, мешает нам развиваться. Вот для этого предназначены вот эти вот выездки. Состоялось уже 3 больших занятия на лоне природы – в селе Воскресенском, на побережье Нугурского водохранилища и в природном парке Мурадымовское ущелье. В них поучаствовали художники не только Салавата, но и других городов. Необходимы именно коллективные поездки. Они помогают художникам переосмыслить, проанализировать свое творчество, сломать некие барьеры, рамки. Конечно, они благотворно влияют на развитие, творческий рост художников, ну и помогают построить некие планы на будущее, поставить перед собой новые цели. Здесь, что называется, в натуральных условиях, мастера кисти и холста получают совершенно уникальный угол восприятия действительности. К тому же пленэр – отличная возможность проследить динамику своего творческого перерождения. Как, например, для стерлитамакской художницы Елены Литвиненко, посещавшей эти места 10 лет назад, а сегодня использующей иные методы, принципы и материалы. Тут как бы такая многослойная акварельная живопись получается, и она более жесткая такая, как бы тут используются уже другие кисти, более жесткие, другие материалы, мастихин там. В общем, ты экспериментируешь, то есть она позволяет экспериментировать, искать новые какие-то работу, какой-то как бы методы работы. А вообще сама идея проведения пленэра, это вообще здорово, это просто такие молодцы. И администрация Салавата, это и отдел культуры, и картинная галерея. Довольна результатами поездок и дочь Елены, студентка Уфимского училища искусств Анастасии. Сейчас начинающая художница обретает индивидуальный стиль и собственное видение. То есть, если Елена и Ольга Литвиненко пишут очень аккуратно и очень так нежно, то я буду больше энергично и резко писать. А вот салаватской художнице Лилии Яковлевой пленэры дали порцию вдохновения и простор для освоения нового опыта. Природа, космос, Земля дает очень много сил для жизни, и она в том числе для творчества, мы питаемся от нее, учимся. И мне важно найти свой материал именно для пленэра. Если у себя в мастерской я работаю акрилом и маслом, то вот для пленэра я поняла, что мне масло не подходит, и данный пленэр очень хорошая возможность для меня найти свой материал. Участники и организаторы пленэров подчеркивают, что такая форма работы дает не только новый виток вдохновения, но и мобилизует и мотивирует. Выезды в прекрасные уголки родного края продолжатся. Зульфия Суйргулова, Дмитрий Клоков, телекомпания «Салават».